зовут Артур. Хотел вам показать, как я сделал автозапуск на своей машине. Здесь стоит карбюратор 31 модификации с автоподсосом и сигнализация с автозапуском. Ну что ж, начнем. Заводим машину. Одну секунду. Завелась, в течение первой минуты она будет делать прогазовки. Зачем это нужно, я объясню. Когда масло в коробке слишком густое, она у меня глохнет. С помощью этих прогазовок я не даю таким образом ей заглохнуть, получается. Как это устроено, сейчас тоже объясню. Открой капот, пожалуйста. Стоит активатор, верно? И тросиковая система, как вы видите. Педаль тоже стоит тросиковая. Вот сам карбюратор. Сейчас покажу еще раз. Подержи, пожалуйста. Обратите внимание сейчас на привод, который дергает газ. Что происходит в момент запуска? Сейчас, одну секунду. Нажми на паузу. Там паузу можно нажать. Перед запуском двигателя происходит натяжение. После этого, значит, через минутку включается подсветка в салоне, подсветка ног. После этого у нас включается обогрев сидений. На третьей минуте обогрев стоит только на переднем. Затем обогрев заднего стекла. На седьмой минуте включается печка сразу на второе положение. И на девятой минуте включаются габаритные огни. Что еще сделал? Поставил кнопочки другие. Они с подсветкой идут. Стоит реле-регулятор паузы дворников. То есть достаточно один раз нажать, щетки делают два взмаха. Ну, паузу тоже можно регулировать от 0 до 30 секунд. Наверное, всем известно, что это за реле, купить его просто, стоит оно недорого. Также на дворнике кинул прямой плюс, тоже очень удобно. Что еще хочу сказать? Свечи стоят иридиевые, коммутатор стоит туго. Ни разу не подводил он меня. В остальном все то же самое, что и в обычной любой пятерке. Но на 10-й минуте работы двигателя происходит еще одна прогазовка, которая убирает высокие обороты. В принципе, все, ребят. Спасибо за внимание. Всем пока. Наиль Порошин, привет вам.